ж, кажемо вам знову добрий ранок. Це ранок Zoom Studio. Ми працюємо до 10:30, рівно нагадую вам про це. Ну і, власне, у нас вже з нами наші гості. Сьогодні також говоримо про те, як правильно працювати із персоналом, як його підбирати, як налагоджувати контакт із людьми, з якими ти працюєш, із організатором конференції HR Прорив та його спікером, яка відбудеться уже в цю суботу. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас знову бачити в нашій студії. Були вже, говорили на подібні теми, було цікаво, пригадую, хоч це було і на початку року. Сьогодні, я думаю, розмова наша буде в такому самому стилі. Розкажіть, будь ласка, що за захід, чого цього разу будуть вчити людей? В эту субботу мы будем проводить конференцию. Конференция будет насчитывать где-то 100 человек, 100 гостей. И мы в данный раз будем говорить про персонал. Конференция называется HR-прорыв, рекрутинг и менеджмент. Мы будем говорить, как правильно подобрать, мотивировать и управлять персоналом. Тобто ви запросили не одного спікера, уже людей, які професіонали в цій справі. Розкажіть, можливо, в загальному, хто буде і про що будуть говорити? В этот раз мы пригласили 7 спикеров. Это будет 5 HR-ов, это опытные HR-ы в своей сфере. Будет Рената Чухмай, вице-президент компании SoftServe. Она управляет компанией, которая занимается разработками, IT-технологиями, то есть управляет талантами. Будет наш постоянный спикер Елена Гударенко, HR. Будет известный HR Миша Притула, компания Лаба. Ну, тобто, думаю, всі, хто працюють в цій сфері і є в ній професіоналами. Добре, у нас в гостях Олена Камінська, вона також буде спікером у вас на цій конференції. Мені цікаво, то ви керівник студії танцю Бліц. Всі ми знаємо про цю студію танцю, вона не тільки в Закарпатті відома, а й в Україні. Ваша тема яка? Як ви співпрацюєте із своїм колективом? Мені дуже приємно. Я обіцяюся, буду на російській мові, мені просто так легше свою думку передати. Мені дуже приємно, що мене пригласили на цю конференцію, тому що для мене це дуже ново, дуже цікаво, і, з іншої сторони, це якесь підтвердження тому, що, мабуть, все-таки правильно працюю з персоналом. І я сама хотіла б там поучитися, і мне приятно, что я там буду представлять студию, говорить о том, как наш персонал подготавливается. Это довольно узкая специализация, но на самом деле, как оказалось, она касается буквально всех сфер, которые сейчас люди ищут себе работников, которые могут справиться с любой задачей. Мені от цікаво, будете говорити саме про мотивацію в колективі, про мотивацію співробітників. Як це потрібно взагалі правильно робити, на вашу думку? Яких помилок, можливо, найчастіше допускають роботодавці у спілкуванні зі своїми підлеглими і так далі? Як втримати людину на робочому місці? Адже це важливо, якщо звільняється, до прикладу, одна людина і може прийти, я думаю, 10 на її місце і не буде таким професіоналом, як той, що піде. Ну, у меня просто, мне легче немножко, потому что на моих глазах растут дети, и я из этих детей выбираю себе команду педагогов. Безусловно, мотивация – это зарплата, это оплата их труда, и, естественно, мотивацией является обучение. Я понимаю, чтобы иметь тех педагогов, которые я хочу, к сожалению, современная хореография в Украине преподается в государственных учреждениях не на том уровне, на котором бы хотелось, поэтому нужно очень много доезжать, приглашать, ездить, обучать, и на каком-то этапе я, например, поняла, что нужно вкладывать в это серьезные деньги и вкладывать в обучение педагогов тех, которые могут потом правильно, грамотно научить детей. Ірино, у мене до вас питання. Я так зрозуміла, щоб підібрати цих от своїх людей, потрібні навички HR. Розкажіть взагалі, що ж це таке, і як в собі це виховати чи вивчити, чи, можливо, якісь потрібні курси і так далі? Ну, HR, да, это, в принципе, сейчас в данном случае современный менеджмент позиционирует так, что если в компании больше 10 человек, то уже нужно искать HR. Если в компании 20 человек, то обязательно должен быть HR. HR – это человек, который работает с людьми, который подбирает, закрывает воронку вакансий, который их мотивирует, потому что все мы знаем,
особенно вот есть профессии, которые связаны с интеллектуальной собственностью, да, то есть таланты, когда есть, когда мы не говорим средние специальности, где больше навыки, а во всех профессиях, где есть разум, вот, я работаю в медицине, где в основе есть знания, опыт и интеллект, да, люди, чтобы оказать медицинские услуги, определенное время работают, изучают, и, как говорит Алена, тоже постоянно учатся, постоянно курсы, постоянно обучение. То есть, как вы понимаете, соответственно, должен быть человек, и да, я думаю, что, скорее всего, это должен быть психолог, который найдет ключи каждому человеку, потому что кого-то мотивирует зарплата, кого-то саморазвитие, кого-то признание, да, то есть люди должны быть правильными, и HR должен подобрать, да, есть психологические тесты, вот мы у себя используем, то есть у кого что мотивирует, потому что мы знаем пирамиду Маслоу, да, вот, которая постепенно, и надо узнать, как, на какой ступеньке твой сотрудник, чтобы дальше с ним работать и куда его двигать. Правильно? Конечно. Что я ми предлагаю? Наскільки взагалі так от важливо контактувати персоналу і керівництву? Які це взагалі відносини мають бути? Можливо, дуже тісні, обговорювати якісь проблеми на роботі і так далі. Наскільки важливо саме в таких робочих стосунках спілкуватися? Я думаю, что обязательно должен работник чувствовать уважение и понимание со стороны руководства. И, ну, мне, например, наоборот, двигателем есть все мои молодые педагоги. И они часто меня направляют, как, куда правильно, что нужно увидеть, потому что тело их работает еще, и я уже больше организовываю, и они мне подсказывают очень многие вещи. Поэтому, мне кажется, уважение и признание их талантов, их способностей, как таковых, уважение к их способностям. До речі, вчора весь світ відзначав День керівника, День боса. Я думаю, вас можна привітати вдвох із цим святом. Ну і ми опитали закарпатців, що вони кажуть, які мають бути стосунки між керівником і між працівником. І дуже думки розділилися. Повага, звичайно, всі говорять про це, цінувати роботу також. А от чи має бути він добрий, чи має бути він злий, серйозний, суворий, отут уже розділилися. Хтось так, а хтось так казав. На вашу думку, кнутом ілі пряні? Олену, я як, взагалі ви, як взагалі ви зі своїми підлаглими? И кнутом, и пряником. Но демократию надо заслужить, мне кажется, поэтому к ней надо быть готовым. Это правда. Должен быть определенный уровень сознания для того, чтобы принять, осознать и пользоваться демократией. К сожалению, у нас в стране еще не все к этому готовы, поэтому я, например, считаю, что должны быть более жесткие правления, управление более жестким. Но мне повезло, я могу пользоваться и пряником, и кнутом. А вам? Я присоединяюсь к мнению Алены, не зря мы будем два спикера из нашего региона, потому что все остальные спикеры у нас Киев, Львов. Вот, я тоже согласна, что полностью нельзя демократию, потому что люди не готовы. И, ну, то есть, если это не ваши партнеры, не инвесторы, которые создают вот, компанию, продукт, тогда не может быть демократии, потому что она может быть тогда, когда они будут видеть туда, куда движетесь ви. А так должно быть, ну, где-то микс, і кнут, і пряник. А от якщо повертатися до самої конференції, яка, до речі, відбудеться уже в цю суботу, HR-прорив, то в якому форматі взагалі буде відбуватися оцей захід? Про програму трохи розкажи. Так, это уже вторая конференция, после того, как мы с вами встречались, мы получили обратную связь, и поэтому мы постарались удовлетворить все пожелания участников. Мы сейчас сделали дискуссионную панель, то есть каждый участник может задать вопрос спикеру, то есть будет больше нетворка, то есть мы сделали больше перерывы для того, чтобы люди, ну, чтобы это была платформа для налаживания связи, потому что, в принципе, люди, опять-таки, ну, все люди разные, кто-то любит открытые мероприятия, кто-то более закрыт, кто-то может в зале открыто задать вопрос спикеру, кто-то
побоится, что ну, он делает что-то не так, и он подойдет на кофе-брейке и задаст вопрос спикеру. Uh-huh. То есть вот мы постарались. Плюс мы сделали очень, у нас такие партнеры, каждый участник помимо общения контента вынесет еще какой-то подарок. Ой, то классно. Есть у нас будет розыгрыш, ну, не, ну, от наших партнеров, пусть это будет сюрприз. Uh-huh. Да. От, розкажіть, для кого, хто може прийти, хто може зареєструватися і почути для себе цікаву інформацію і корисну? Кому це потрібно? Так. В першу чергу собственникам бізнесу, да, які повинні бачити, ну, поділитися, услышать, поділитися опитом, топ-менеджмент, HR компаній крупних. Угу. От, Олена, ще в мене до вас питання. Чи думали ви про те, щоб також вже співпрацювати з HR-ами, чи ви справляєтеся самі? Конечно, думала, потому что ну, современный мир такой, что вы вынуждены, многие вещи задают мир, работа, mm-hmm. задают такие вопросы, на которые ты не всегда готов ответить. И это ну, идиотизм думать о том, что ты можешь сам со всем справиться. Поэтому очень хорошо, что есть специалисты, которые могут обратиться. Я лично в этой конференции, мне приятно, что я спикер, но я с таким огромным удовольствием поучусь, послушаю всех спикеров, там очень интересные люди, и это очень достойное мероприятие само по себе. И хорошо, что оно проходит на Закарпатье, для того, чтобы мы могли, наших людей, у которых все время есть мотивация уехать и найти работу в другом месте, оставаться здесь и думать о том, как же эти люди могут быть здесь и работать. Я думаю, що і для себе щось нове також відкрити, візьмете і будете використовувати це вже в своїй роботі. Повернувся знову до кадрів. Мене цікавить, от, на вашу думку, взагалі, наскільки проблема в Україні, можливо, менш вузько візьмемо на Закарпатті з кадрами, в будь-якій сфері, в будь-якій. От, наприклад, навіть це і мені, і Олександрі, і вам, я думаю, помітно, якщо звертати увагу на дрібниці. Той самий ресторан, десь магазини, лікарні, наскільки... Обслуговування, персонал, насправді, десь на найнижчому рівні. Хочеться набагато краще, але відповідно десь треба розуміти і власників бізнесу чи підприємства, чи кого, є проблема. Так, і від кого, до речі, це залежить? От, що неналежний є рівень обслуговування, можливо, від самого працівника або від власника бізнесу? Ну, я думаю, что поэтому эта конференция рассчитана больше на собственников, на чаров. Я думаю, что у меня будет тема «Правильные люди». То есть власник должен подобрать людей, с которыми он будет работать. Ты не можешь, если человек не любит людей, вот персонал там ресторанов, у него есть барьер подойти, вам что-то предложить. Ну, надо это сразу при том, как брать его на работу, ну, надо это оценить или собственнику самостоятельно, или уже пользоваться службой HR-профессионалов, которые это подскажут. Mm-hmm. То есть это где-то есть, это психология, это оценка делается на этапе приема, да, вот если человек не хочет танцевать, вы же его не заставите, правильно? Mm-hmm. Ну, то есть вы берете в свою команду тех людей, которые должны развивать вашу команду, правильно? Ну, то есть силой нельзя заставить, иди работай, бо у меня сейчас не хватает официанта. От, до речі, от мене це питання цікаве, чи можна набрати на роботу, на будь-яку, на того самого офіціанта, або, не знаю, в будь-якій сфері працівника, просто щоб було закрите місце. Хай це буде не професіонал, але просто людина буде працювати. Неважливо, на якому рівні, а просто воно буде. Ну, чи часто взагалі таке трапляється у нас? Да, ну, часто трапляється, даже вот, когда я начинала работу с персоналом на должности, у меня была проблема, что мы закрывали вакансию просто, чтобы закрыть. Как потом показала практика, это работает нерезультативно, потому что человек или перегорает, или делает неэффективно, и опять натыкаешься на те же грабли. Поэтому лучше как-то переждать, перетерпеть, ну, искать того человека, который будет получать удовольствие, эффективно приносить прибыль компании и развивать ее вместе, опять, на те же отзывы, да, если он будет качественно обслуживать, люди же будут к нему приходить, то есть будет какая-то лояльность, правильно, уже где-то, то есть оно все...
Движеться. От ще мене дуже цікавить, можливо, пані Олено, з вами про це детальніше. Наскільки важливо заохочувати, мотивувати не тільки зарплатнею, десь самовдосконаленням, розвитком, десь брендом, позицією чи, не знаю, місцем у суспільстві. Наскільки це важливо, щоб бізнес чи от як у вас організація, ваша студія мала хороші відгуки серед населення? Тобто всі знають, що це студія танцю Бліц, там насправді класні люди, і от і наскільки важливо от таку умову враховувати? Ну, це постійна робота. Так раз робота, нам скоро буде 30 років, і кожен раз ми на це звертаємо увагу. У нас закрита студія в плані того, що зі сторони не беруть чужих людей. Угу. Нам приїжджають на постановки теж люди, чи ми з чиєю роботою ознайомились. Чью работу мы уважаем, мы считаем, что это прогресс для современной хореографии. Извините, мы тоже делаем такой отбор для себя, потому что есть, например, современная хореография, которая не прочитается, не поймут, не захотят над этим думать люди. В Европе, например, она очень ценится. Если говорить о педагогах, которые работают, они прекрасно знают, что если они стали педагогами, для них очень много льгот есть в студии. Ну и прежде всего это обучение. Обучение у тех людей, которые, например, у нас сейчас будет в ноябре Стульников Денис, который работает с Монатиком, сейчас готовит ему большое шоу, и он работает только с нами. У него нету просто времени больше ни на что. Да, мы ждали его почти полгода, чтобы он нашел этот график в своем расписании приехать к нам. И у нас и дети, педагоги знают, что вот с ними сейчас будет работать человек, который работает с Монатиком и с ними. Mm-hmm. То есть здесь приоритет серьезная, мне кажется, мотивация, потому что Монатик не будет работать тоже с людьми неталантливыми. Это гениальный хореограф Денис Стульников, который будет работать с нами. И таких примеров очень много. Очень много примеров, когда мы едем за границу, когда мы выбираем мастер-классы, на которые закрытые, которые мы смогли получить приглашение, и этому обучаются мои педагоги бесплатно. Угу. Дуже цікаво. То я якраз хотіла спитати Ірину, наскільки важливо уже в процесі роботи, якщо ви обрали саме ту людину, не стояти на місці, а от відправляти на підвищення курсів, на курси підвищеної кваліфікації і так далі, щоб людина розвивалася, а не стояла на місці у вашій Очень важно, потому что сейчас мир интернета, информации развивается очень быстро. Поэтому, если не работать над собой, если не обучаться, ты просто будешь проседать и неконкурентоспособный. И так опять-таки, ну, не будешь развивать свою структуру. Поэтому очень важно обучаться и вот. Так, і наостанок у мене коротко одне запитання. От багато хто каже, що в Україні загалом відтік кадрів за кордон. Це пов'язано, зокрема, із зарплатою, це всі ми розуміємо. Чи пов'язано це, можливо, з відносинами, з якимось непорозуміннями на роботі? Між колективом, між також власником компанії, бізнесу, роботодавцем? Ну, я, в принципе, думаю, что это больше всего повязано с зарплатами, потому что даже кто вот поехал за кордон и вернулся, ну, как бы там отношения, людям есть с чем сравнить. Поэтому, в принципе, нам есть гордиться отношением, ставлением. Я думаю, в принципе, люди просто думают сейчас больше всего о деньгах. Зрозуміло. Так, ми, до речі, сьогодні відзначають День боротьби з бідністю міжнародний. І також наших людей ми питали, наших місцевих жителів, чи хотіли б вони жити тут, чи за кордон, заробітки і так далі. І всі чомусь хочуть за кордон, тому що там більше зарплати. А от оцінити реалії життя за кордоном, там буде важче чи легше, ніж тут, це вже і питання інше. Ну що ж, ми вам дякуємо за таку цікаву розмову. Аж, знаєте, самі захотілося, хоча жодного досвіду немає у цій сфері, більше дізнатися про це. У нас у гостях, нагадую, була Ірина Реляк, вона організатор конференції HR «Прорив», також спікер цієї конференції Олена Камінська. Дякуємо вам. Дякую. Сподіваємося, що неодноразово побачимося в нашій студії. Дякуємо, що знайшли час і розповіли цікаву інформацію. Ну і ми прощаємося з гостями. І з вами, дорогі наші глядачі, до зустрічі на телеканалі М-Студіо. Рівно завтра о 7:00 ми будемо прокидатися разом із вами.